Выше. Вот так. Да, и чуть правее. Вот так. Нет, левее. Канал это все пропустит. Лена, мы снимаем для интернет-платформы. Всем привет, я Лена, мне 49 лет. Я, конечно, понимаю, что вы мать, что у вас нестабильная работа. Вы толстая, носите пончо. Это что, фестиваль оскорблений? Да, у меня очень большая семья, я никогда не жила одна. Мамку мою не трогай, знаешь, где твоя, блядь, у меня под столом. Я, кстати, за сына не боюсь, он мне так умирает каждый день в доте. Моя дочь ходит в офигенный детский сад, находится прямо напротив дома. Очень удобно, да? Вышел мусор вынести и заодно ребенка. Мама, мамочка, у меня теперь главная роль. Ого, это с чего это? Нина Бусыкина ноги сломала. Я в браке около 20 лет, правда, с двумя разными людьми. Ты же понимаешь, что не можешь у нас жить? Я же могу быть полезным. С Дусей могу играть, с собакой могу гулять. Ты все можешь делать, конечно, кроме одного. Ходить по моему дому в трусах. Я все понимаю. У тебя может быть новый мужчина, это нормально. Он гей. Я гей. Сюда иди! У Людмилы с 8-го этажа муж без ног был, ничего. Прибавляются в моей жизни. Мне кажется, я однажды приду домой, а там семья сирийских беженцев. Я по-прежнему хочу быть охуительной тёлкой, но я ничего для этого вообще уже не хочу делать. Вот, блядь, такая, как есть. Поздравляю вас с собой. Супер. Где еще мы могли встретиться? Да, я тоже хотел на скачках с шампанским.